После капитального ремонта двери санатория «Зеленая роща» открылись для посетителей. На церемонии открытия присутствовало много гостей. В том числе член правления акционерного общества РЖД Алексей Ивашкин, председатель городского собрания Анатолий Луцик и министр энергетики России Алексей Новак. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом, руководство Ростехнологии, Сергей Викторович Чемизов, который особое внимание уделял этому проекту, Зору Казановича Джулиева, который вложил в этот проект свою душу, свои силы, свой профессионализм. Современный санаторий «Зеленая роща» – это элитный курортный комплекс, расположенный на территории дендрологического парка Кавказского национального заповедника. Он обладает богатейшим растительным миром, уникальным микроклиматом с чистейшим воздухом и удобным пляжем. Пляж, благодаря российским железным дорогам, получился настолько красивым, настолько прекрасным, что я могу смело сказать, сегодня и по чистоте, и по протяженности он один из лучших на всем побережье. Кстати, для всех жителей города вход на наш пляж бесплатный и свободный. Вторую жизнь «Здравница» получила после передачи «Зеленой рощи» на баланс корпорации «Ростехнологии». С момента открытия в 1972 году санаторий ни разу не вставал на ремонт. К 2000 годам стал полностью непригодным для комфортного отдыха гостей. Мы начали восстановительные работы. Корпорация проведет капитальный ремонт корпусов на 153 номера, восстановлен спортивно-оздоровительный центр, а также инфраструктура санатория. В «Зеленой роще» улучшился не только интерьер и общий вид санатория, но и качество услуг. Весь штат проходит курсы повышения квалификации и подготовку по английскому языку. Гостей санатория, которые приедут поправить свое здоровье, тоже ждут приятные сюрпризы. Практически все оборудование было обновлено. Открылся новый кабинет функциональной диагностики, в который включает в себя роскошный аппарат последнего поколения УЗИ, функциональная диагностика, которая включает в себя спирографию, реографию, ревазографию, ЭКГ, естественно, кардиовизор, холтеровское мониторирование. То есть все эти широкие спектры услуг мы можем оказывать нашим гостям. Еще до приема первых постояльцев «Здравница» уже получила признание экспертов. После капитального ремонта санаторный комплекс «Зеленая роща» включен в список объектов для размещения гостей Олимпиады Сочи-2014. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.